Мне приходит куча комментариев в стиле «Казахша сөйле», «Неге орысша сөйлеп тұрсың», «Неге қазақша сөйлемейсің». Пишут мне, что если я люблю русский язык, то я типа предатель своей страны, что я манкурт. Так дело в том, что я знаю свой родной язык, но с вами я буду специально разговаривать на русском. Именно с такими, как вы, я буду специально разговаривать на русском. Специально. Спросите, почему, а я так хочу. Я так хочу. И никто из вас мне здесь не указ, на каком языке мне говорить. Я на каком языке захочу общаться, на таком и буду разговаривать. А с казахским языком у меня все хорошо. Кстати, привет моим одноклассникам, если вдруг они смотрят это видео, то они точно вспомнят, как я помогал переводить текста. Особенно в начальных классах моя учительница Алия Бесимбаевна прекрасно помнит, как я был номером один в классе по казахскому языку, как я все быстро переводил. Но так уж сложилось, что я влюбился в русский язык. Я с детства люблю русский язык. Я его обожаю. Я тащусь от него. Я вспоминаю детство, когда я в библиотеке брал книжки таких писателей, как Самуил Яковлевич Маршак, Паустовский, Тютчев, Некрасов, Корней Чуковский, да, и многих других. И уже тогда, будучи ребенком, я полюбил русский язык и русскую литературу. Русский язык – это выдающийся язык. Выдающийся. Он несет в себе то мироощущение, которое позволяет охватить все необъятное, на котором я могу выразить разные глубокие мысли. Я думаю на русском, я вижу сны на русском, я учусь на русском. Все знания мирового плана пришли ко мне именно через русский язык. Я ни в коем случае не принижаю другие языки, но я уверен, что через другие языки те знания, которые я имею на сегодняшний день, не пришли бы ко мне никогда. На русском языке все стало легко, все стало доступно. Я только этому благодарен. Мне, конечно, могут возразить, что я сейчас, якобы, ну, времена изменились, и теперь важнее знать английский язык, что именно английский язык позволит нам приобщиться к мировой культуре, к инновационным технологиям. Я считаю, что это глубокое заблуждение. На данном историческом отрезке только русский язык открывает для нас кратчайший путь к освоению всех достижений современной цивилизации. Кстати, я очень люблю также и русскую музыку. В области мировой культуры и музыки, да, в России есть чем гордиться. Рахманинов, Чайковский, Глинка, Скрябин, Шостакович и многие другие. Из нынешних мне очень понравилась группа Крэк, Лирика. Там очень, вообще там очень много достойных, талантливых ребят, талантливых групп. И вы, уверен, сами об этом знаете. Вот. Так что не надо переть против тех, кто любит русское творчество. На сегодняшний день оно лучшее, я считаю, лучшее. А русский язык я любил, люблю и буду любить. Я буду защищать русский язык.